Всем привет, вы на канале Алла. Сегодня в нашем обзоре 5 лучших алкотестеров с Алиэкспресс. Алкотестер – это специальный прибор, предназначенный для распознавания уровня алкогольного опьянения человека посредством быстрого анализа выдыхаемого им воздуха. Получившийся результат принято измерять в промилле, 1/1000 доли. Такие приспособления могут использоваться для разных целей, но чаще всего они применяются сотрудниками дорожной полиции во время проверки участников дорожного движения, а также на производствах. Алкотестеры популярны и среди самих водителей, так как наличие подобного гаджета способствует самоконтролю и нередко помогает избежать неприятных последствий. Ну а мы начинаем. Номер 5. Кэбидумску 004162. Лучшая цена. Самый недорогой вариант алкотестера из всего разнообразия устройств, который нам удалось найти на китайском сервисе продажи товаров. Но не всегда дешево означает плохо. Аппарат вполне подойдет для индивидуального применения. Более того, он может похвастаться наличием дисплея и весьма шустрым откликом. Процесс теста займет не больше 10 секунд. Другое дело, что точность измерений здесь совсем невысокая, так как используются примитивные сенсоры для анализа воздуха. Но обычный человек это навряд ли заметит, ведь со своей главной задачей – определить сам факт присутствия алкоголя в парах воздуха. Кэбидум справляется на ура. Работает гаджет от 2 батареек типа 3А. В комплект они не входят. Из-за низкой стоимости у многих пользователей есть опасения насчет надежности аппарата, но каких-то существенных претензий по этому поводу в отзывах замечено не было. Номер 4. Greenvon Alcohol Tester. Удобство и простота эксплуатации. Внешне Greenvon сильно смахивает на маленькую автомобильную игрушку-брелок. И нужно сказать, что подобная конструкция смотрится весьма странно. Носить данный девайс на связке с ключами явно не лучшая идея, учитывая чувствительность установленных внутри сенсоров. Сам прибор выглядит максимально просто и мало чем отличается от других похожих устройств. Все тот же пластиковый корпус с мундштуком на конце, отверстие для забора воздуха, небольшой дисплей и звуковой сигнал. В комплекте поставки имеются инструкции на русском языке и набор из 6 запасных мундштуков. Дополнительно отметим также наличие подсветки, что очень удобно, так как нередко необходимость проверки уровня алкоголя возникает именно в темное время суток. Номер 3. Greenvon 838. Самый стильный. Еще один продукт семейства Greenvon 838, отличающийся нестандартным дизайном. В собранном положении он напоминает классическую зажигалку от Zippo. Встроенный дисплей в пассивном режиме показывает текущее время, что тоже достаточно интересное решение, нетипичное для данного сегмента товаров. По своим характеристикам ничем особенно не выделяется среди аналогов. Питается от батареек, экран с подсветкой, измерение сопровождается звуковым сигналом, но зато все имеющиеся функции работают исправно и надежно. Результаты измерений доступны во всех популярных единицах, процент бейк, миллиграммы промилле на 1 литр. Номер 2. Tirol AT6000. Оптимальное соотношение цены и качества. Если внимательно изучить отзывы к значительной части товаров описываемого типа, то можно подумать, что алкотестер берут лишь для одной цели, чтобы был лишний повод выпить спиртное и проверить, насколько же хорош приобретенный девайс в работе. На неточность результатов покупатели жалуются очень редко, и в основном это связано с неправильным выдохом или непониманием принципа работы аппарата. Поэтому при сравнении различных моделей между собой на первый план, как правило,
Выходит, не общее превосходство по качеству, его как раз определить довольно сложно по причинам, сказанным выше, а всякого рода мелочи и детали. Так, АТ-6000 выделяется среди коллег повышенным ресурсом. Одного комплекта батареек хватит аж на 2000 замеров, информативным дисплеем, помимо, собственно, результатов теста. На нем отображается прогресс текущего состояния батареи, единицы измерения и другие подсказки. И недорогой ценой. Номер 1. Green One AT818. Максимальная точность. Модель достаточно дорогая как для сегмента ЛКО-тестеров личного пользования, но производитель постарался оправдать стоимость сразу целым рядом различных функций и возможностей. Здесь вам и система самодиагностики, позволяющая улучшить точность анализа за счет минимизации влияния посторонних факторов, и приятный на вид дизайн, и высокая надежность устройства. Работает при температуре от минус 10 до плюс 50 градусов. А вместе с самим прибором в комплекте идут не только запасные колпачки, но и специальный чехол для хранения, а также инструкция на русском языке. Достоверно определить уровень точности АТ-818 довольно сложно, но, судя по отзывам, он достаточно высокий. Нескольким покупателям довелось сравнивать показания прибора с результатами профессиональных полицейских тестеров, и они были практически идентичными. Мы надеемся, вам понравилось, и вы оцените это видео, нажав на лайк. Подписывайтесь на канал АВА. Это был обзор 5 лучших ЛКО-тестеров с AliExpress. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Всем до встречи.